участие городского совета ветеранов в фестивале солдатской песни «Виват Россия» стало доброй традицией. В этот раз со сцены прозвучали песни «Журавли» и «Россия жива» в исполнении ансамбля «Ивушки» ветеранов 6-го микрорайона. Каждую композицию коллектив сопроводил стихотворениями о родине и войне. У ансамбля много песен, посвященных именно Великой Отечественной войне. Но вот эта песня, она нам нравится как-то больше по душе. Вот. И мы ее часто берем для исполнения. А другая песня, мы ее вообще очень любим, «Россия жива», потому что она соответствует нашему времени. 21-й городской фестиваль солдатской песни «Виват Россия» посвятили Дню неизвестного солдата, 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а также столетию пионерии. Всего прозвучало 20 песен в исполнении солистов, дуэтов, трио и ансамблей. По традиции фестиваль собрал на одной сцене творческие коллективы молодых исполнителей и учащихся вокальных объединений учреждений города. Патриотические, трогательные, пронзительные, эмоциональные. Песни фестиваля были разными. Ни одна из них не оставляла зал равнодушным. Помимо музыкальных композиций, на концерте прозвучали солдатские письма о войне и стихотворения в исполнении ребят. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди». На сцене фестиваля «Виват Россия» выступили и семейные дуэты. В празднике песни приняли участие ветераны труда и военнослужащие Саровской дивизии Росгвардии, а также юнармейцы и военно-патриотические клубы. Юнармейцы задействованы в рамках данного мероприятия больше в группе поддержки. То есть подрастающее поколение пришло посмотреть, послушать песни, посмотреть на ветеранов, посмотреть на своих одноклассников, на своих сокомандников, если с кем они занимаются, и зарядиться патриотическим настроением на долгие-долгие годы вперед. После концерта прошло награждение лауреатов фестиваля и вручение памятных призов. Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.